Хай, ребята, с вами Супергирчик, и сейчас мы идем на слет олимпиадников. На сцену приглашается Сабирова Халида Гривсяновна, лицей номер 4 города Знакаево. Приглашается Соколов Сергей Владимирович, средняя образовательная школа номер 1 поселка городского типа Актюбинский. Приглашается Шамсутдинова Зинира Альфритовна, средняя образовательная школа номер 1 Актюба. Для вручения сертификата приглашается Багалова Альфия Асхатовна, гимназия города Ознакаево, конечно же. На сцену приглашается Назмутдинова Резида Ринатовна, средняя образовательная школа номер 5 города Ознакаево. Поздравляем вас! Шарифуллина Альфия Габдуллахатовна, средняя образовательная школа номер 7. Ну и, конечно же, на сцену приглашается Галеева Алсу Факелевна, средняя образовательная школа номер 5, города Знакаево. Сертификат выдается за успехи воспитанников, достижений высоких результатов научно-творческой деятельности. Успехов вам! Аплодисменты и общее фото на память, конечно же. Нашим дорогим учителям из города Ознакаево, Ознакаевского района. Поздравляю вас. Народный ансамбль «Эльметен». Отличнику народного просвещения Российской Федерации, заслуженному учителю Республики Татарстан, кавалеру медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, учителю высшей квалификационной категории Леокадии Александровне Сачиковой. Вам слово. Ну, а я с радостью вас приветствую, поздравляю, надеюсь на лучшие результаты в дальнейшем и желаю вам самое главное здоровья, чтобы его хватило на будущие победы. Спасибо. Церемония награждения из города и района Павлы. На сцену приглашается Позлыва Венера Романовна, средняя образовательная школа номер 5 города Павлы. Приветствуем вам со сцены. Сертификат выдается за упорный труд, достижение цели учеников. Поздравляем вас! На сцену приглашается Гимранова Галия Мазитовна, средняя образовательная школа номер 5 города Павлы. Поздравляем вас! На сцену приглашается Булатова Лилия Шайхразыевна, средняя образовательная школа номер 5. Сертификат вручается Тупатулиной Эльмире Рафаэлевне, средняя образовательная школа номер 2 города Павлы. На сцену приглашается Сучкова Гуля Элизаровна, средняя образовательная гимназия номер 4. Приглашается Галина Гузель Маратовна, средняя образовательная школа номер 2 города Павлы. Мухамадиева Алсу Закуановна, средняя образовательная школа номер 3 города Павлы. На сцену приглашается Вагизова Ландыш Камилевна, средняя образовательная школа номер 2. Сертификат вручается Гимадиновой Айгуль Салаватовне, средняя образовательная школа номер 5 города Павлы. Вручение сертификатов приглашается Елохина Наталья Юрьевна, средняя образовательная школа номер 5. Бурные овации слава нашим дорогим учителям. Приглашается Матянина Ольга Михайловна, средняя образовательная школа номер 7 города Павлы. Бурные аплодисменты нашим учителям и педагогам Павлинского района.
общие фотографии на память. Чуть поближе можете подойти. И слышим овации зала. Поздравляем вас, дорогие учителя. Иванов Алексей Федорович, проректор по учебной работе Альметьевского государственного нефтяного института. Поэтому, если у вас есть желание заниматься наукой, заниматься олимпиадами и так далее, всегда наши стены открыты. Приглашаю во всех мероприятиях участвовать и приглашаю в наш институт. Спасибо. Алексей Федорович, спасибо вам за наставительные слова и просим провести церемонию награждения наших учителей и педагогов с Лениногорского района. На сцену приглашается Чадаева Ирина Анатольевна, средняя образовательная школа номер 2 города Лениногорск. Для вручения сертификатов на сцену приглашается Нагимова Светлана Владимировна, средняя образовательная школа номер 2 города Лениногорск. Приглашается Сафиуллина Гульса Фаритовна, средняя образовательная школа номер 6 города Лениногорск. На сцену приглашается Габдрахманова Рузалия Габдулахатовна, средняя образовательная школа номер 7. На сцену приглашается Багманова Виктория Александровна, средняя образовательная школа номер 10 города Лениногорск. Приглашается Губайдулина Ляйля Сагитовна, лицей номер 12, города Лениногорск. На сцену приглашается Диадинова Гулия Сириновна, Шугуровская средняя образовательная школа. На сцену приглашается Хазибова Мунира Мунавировна, Старая Иштеряковская средняя образовательная школа. Дарим бурные аплодисменты нашим уважаемым учителям с города Лениногорска, с Лениногорского района. Общий фото, конечно же, на память. Чуть поближе можете, да? Чуть поближе, на шаг к вам можете подойти. Аплодисменты! Уважаемые учителя города Лениногорск, поздравляем вас! Артистка татарской эстрады Езгуль, под ваши бурные аплодисменты. Мой чудо.
На сцену приглашается Садыкова Резида Фаритовна, лицей номер 35, города Нижнекамск. Приветствуем наших педагогов из города Нижнекамска, дарим им бурные аплодисменты за их упорный труд. На сцену приглашается Адиатова Ольга Николаевна, лицей номер 14, города Нижнекамск. Приглашается бурмистрова Екатерина Александровна, гимназия номер 22. Для вручения сертификата приглашается Адушкина Ксения Сергеевна, лицей номер 35. На сцену приглашается Матвеева Надежда Михайловна, гимназия номер 22, города Нижнекамск. Актемзянова Альфия Галимуловна, лицей номер 35, города Нижнекамск. Ждем вас на сцене под бурные овации зала. Для вручения сертификатов на сцену приглашается Хабибуллина Татьяна Анатольевна, гимназия номер 22, города Нижнекамск. На сцену приглашается Лайорова Парвина Мирзабраровна, лицей номер 35. Для вручения сертификатов приглашается Гарипова Лилия Рауфовна, Каенинская средняя образовательная школа Нижнекамского района. Поздравляем вас! Огромная вам благодарность! Аплодисменты, друзья! И, конечно же, общие фото на память. Аплодисменты, друзья! Нижнекамского района на сцену приглашается Киселева Ирина Борисовна. На сцену приглашается Гарайшина Эльмира Казимуровна, Джалийская гимназия. Приветствую вас на сцене. Для вручения сертификата приглашается Обичева Римма Сербаевна, Ковзьяковская образовательная школа. Приглашается Гараева Венера Азатовна, Джалильская гимназия. Ждем вас на сцене. На сцену приглашается Рамазанова Эльмира Тимирьяновна, Сармановская средняя образовательная школа. На сцену приглашается Нуткулина Элира Рашитовна, Петрозаводская образовательная школа. Приглашается Валиева Эльвира Дамировна, Джалильская средняя образовательная школа номер 1. На сцену приглашается Мусина Гузель Фаридовна, Джалильская средняя образовательная школа номер 2. И, конечно же, для вручения сертификатов на сцену приглашается Ягудина Закия Абдулкадыровна, Джалийская средняя образовательная школа номер 2. Джалийского Сармановского района. А я помню, как ты дёргал. Бурные аплодисменты и, конечно же, общие фото на память. Спасибо вам. Вокальная студия «Голос». Отражается.
На достигнутом. Учитесь, узнавайте новое, развивайтесь. Успехов вам, вдохновения и творчества. Пусть эти покорившиеся вершину станут для вас стартовой площадкой для развития ваших талантов. Успехов вам! И, конечно, хотелось бы сказать, уважаемые участники и педагоги, просим подняться вас сейчас на второй этаж в столовую. Там будет сейчас проходить квиз. Нужно проходить по районам, по очереди. Будем вас там ждать. Организаторы вас там будут ждать.